Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор новостей спорта. Из Германии в Корею перемещается сборная России по санному спорту. Восьмой этап Кубка мира пройдет в южнокорейском городе Пхенчхан. В составе нашей национальной команды есть и представители Прикамья. Это Татьяна Иванова, выступающая на одиночных санях, и Владислав Южаков. Он выступает в паре с Юрием Прохоровым из Мособласти. Отмечу также, что наша выступает в эстафете. Российская команда в общем зачете занимает второе место. Молот Прикамья готовится провести заключительные домашние игры в текущем регулярном чемпионате ВХЛ. Нашим осталось провести две встречи. Соперниками будут нижнетагильские спутники и пензенский дизель. С волжским клубом пермяки сыграют уже в понедельник, 13 февраля. Игра начнется в 19 часов. Очередные матчи пройдет в предстоящие выходные волейбольный клуб «Прикамье». В субботу и воскресенье подопечные Владимира Путина и Владимира Викулова в 15-м туре чемпионата России среди команд высшей лиги А принимают воронежский «Кристалл». Пермяки сейчас возглавляют турнирную таблицу. Они дважды обыграли команду «Трансгаз Ставрополь» из Георгиевска. В первый игровой день 14-го тура чемпионата России среди команд высшей лиги А матч получился крайне упорным. Дело дошло до тайбрейка 2-3. Но на следующий день «Прикамью» для победы хватило трех партий 3-0. Двойной успех на выезде осечка волейбольного клуба «Ярославич» в Воронеже снова вывела пермский коллектив на первое место. Начало игр в спорткомплексе имени Сухарева 17:00. Вход свободный. И в завершении еще об одном успехе. Прикамская спортсменка отличилась на поприще, где важна прежде всего не физическая форма, а умственные способности участника. Речь о шахматах. В столице прошел международный турнир Moscow Open 2017. Пермячка Надежда Соснина заняла третье место среди девушек не старше 11 лет. Первое и второе место за представительницами Таганрога и Тольятти. В церемонии награждения, кстати, принимал участие вице-чемпион мира Сергей Корякин. К этому часу все. Ждем развития спортивных событий.